Это новая часовая бомба, которую в Европе начали задумываться лишь сейчас, после того, как увидели кадры эвакуации боевиков на зеленых автобусах. Буквально несколько дней назад стали свидетелями того, что боевики передвигаются вместе с гражданскими. Примерно 4000 сложили оружие. А что, если они станут частью миграционной проблемы? Какое решение тогда должно быть принято? Решение – тесное сотрудничество, обмен информацией и общая борьба с терроризмом. Вместо этого сейчас санкции против, например, российского ВПК или уклонение из-за исторических комплексов от активного участия в боевых действиях против ИГИЛ.